и трех топовых вратарей в медиафутболе. Тебя и Спирю нельзя брать. Да, без тех, проблем. Кто играет. Вот. Да. Сыча не поставишь на первое место? Не знаю. А я выберу неочевидного вообще чувака, но мне нравится, мне очень хочется. Мне кажется, что он... Короче, это Дыба. Дыба, я люблю таких чуваков, которые уже... Он поиграл когда-то, он уже был тоже на трансфермаркете, и все, и потом он забил хер. Давай четыре назову, можно? Давай. Да? Макс Швагерев и Сань Будаков. Макс просто очень сильный вратарь, очень сильный вратарь. Будак тоже сильный вратарь, но он еще и как бы настолько легенда. Ну, наверное, да, сейчас назову.